Кстати, здесь много берез двойных. С чем это связано, Дима, когда много берез двойных? С одного ствола две штуки. Так их садили? Мне кажется, это просто их так садили по две штучки. По две штучки садили, чтобы думали, одна выживет, другая останется. Рядом просто росли. Кораблики. Мельничка. Вот прокат. Для девочки, Выся. А тут? Ну садись тогда порули. Ну не садись тогда. Это лавка прикольная, наверное, вечером сидеть. Здесь сидят влюбленные. Скамейка влюбленных, точно, это да. Влюбленные фонари. Мостик исполнения желаний. Сбудутся. Почему тут не загадали, чтобы туалет починили? Уже бы давно был бы новый. Ой, Аня, не падай. Нет, там озеро. Озеро. Вон лошадка. Это домик паука, если там паутина. Постучи. Тук-тук-тук. Я уже стучал. Ну и все, и пошли дальше. Там вон сцена советская. Так, сказали, что этому туалету 50 лет, наверное, если не больше. Ночь, машины нельзя, пожар нельзя, деревья нельзя, собак нельзя. Здесь открывается прекрасный вид парка. Такой советский, напоминает, какие годы. 70-е, 80-е. Солнышко вот это красивое, детское. Везде пахнет грибами периодически, когда ветер дует. Чувствуешь? А, где-то вот грибница сидит. Может, ну, может, эти ядовитые грибы сидят. Вот это лодочки красивые. Аттракционы работают, не пугайтесь. Все хорошо. Вот это вот на цепочках. Прикольная штука. Пойдете сами, не испугаетесь такой высоты? Нормально, да? Ну давайте. Я в детстве на таком тоже каталась. Леша, осторожно. Надо спросить, можно это, кстати, бесплатно? Да. Два солнышка надо, да? Ну да. Пассажиры. Ну залазь, типа, одному. Блин, она не перевернется там. Три. Три минуты. Ну как, нравится? Да. Ну, классно. Классно, где еще такие солнышки есть? Прям как наше советское детство. Ну, детство 90-х, конечно. Я уже думала, такого солнышка нигде нет. Такого воспоминания. Прикольно. Что, понравилось? Да. Есть еще откуда такие, мам. Я еще есть кучка, мам. Да? А. Ну на воду вытирай, там можешь покататься. Такая балка внизу опасная. Лодочка. Там бесплатные качели.
Это для мальчика? Синий бантик. Ну, это типа девочка. Сейчас покатались вот на этой зеленой лодочке. Так классно. Первый раз в жизни я каталась. Но мы намного не раскачивались. Сигнализация даже не звучала. Ну и потом тем тормозом нас остановили. Доску. Мы даже таких мелочей с тобой не знали, как останавливают качели. Прикольно. Четвертый билет бесплатно. За лодочки 5 рублей только отдали. Так то мы уже в следующий раз тогда покатаемся. А там тоже дети. Взрослых. Так вы же взрослые, мама. Вы будете там кататься? Не-не-не. О, надо покататься. Нет, что там. Вот такой хороший парк. Здесь много аллей. Можно прийти, подышать свежим воздухом. А там еще, кстати, как вот эти называются? Скалолазание по деревьям. Да, есть такие. Там тоже было, мы не снимали. А, мы сейчас мимо будем идти, наверное, да? А парк, конечно, кто хочет окунуться в советское прошлое. Там сказали, самая вот эта цепь, карусель цепочная, взрослая. Самая, ну, большая в Витебске, да? Да. Больше такой нигде нет. Только тут есть? Да. Там я видел Family Games, и они по таким лазили. Как это называется? Даже камеру можно, они там камеру держали, мама. Камеру. Это веревочный городок, он сейчас что-то не работает? Мама! Сейчас дожди, мокро. Во. Классный такой, и там, да? Кстати, дальше что-то есть. Еще. Мама, мама! Что за? Ранчо. Тёзи. Мама, а вот эти штуки, деревяшки, это чекпоинты, как в Роблоксе. Выходные праздники с 10 до 20, в будни с 5 до 8. С 5 до 8? Ну да. Мне бассейна камень, мама, есть. Сейчас мы сядем, выбросим твой камень. Вот это интересно, что за знак такой в парке стоит. Мама, смотри, памятник. Они наверху разделяются. Что это обозначает? Евро? Доллар? Мама, смотри, тут она тройной. Только наверху тройное, мама. Ого, какое дерево. Это вилка такая, мама. Угу. Красиво вот это. Ваза. Пошли заснимем этот. Что? Карту парка. Что? Карту парка. Да, чтобы они знали, где мы ходили, где парк. Тут мама, да. Где мы были? Правило. Ты купали уже было. Скажи, мама, а что вот. Это вот это 1, 4, 2, 3, мама, это что за цифра? 1, администрация, прокат спортивного инвентаря, это 2. Мы там были, помнишь, там велосипеды стояли? Да. 3, детская игровая площадка, это цифра 3. Мы видели. Да. И 5, цифра 5 желтенькая, это зона аттракционов, мы тоже там были. Где? Цифра 5, желтое поле, вон на карте. Да, вот это и вот это. Да. Thank you.